Дует свежий ветер, друзья. Это говорит о том, что в студии Геннадий Ветров со своими ветреными историями. Здравствуйте. Он говорит, да я вообще-то в танцах не замечен, понимаете? Я знаю только нашу русскую, сибирскую топотуху. А ширю, выверю, на выверю, на выверю, ширю, а вырю, шиверно, ширю, на шиверно, ширю. Йо-йо-йо-йо, она ух, йо! Такое задание дали детям. Нарисовать картинку я не могу. Мне в красном кушаке. Но только 100 рублей, имейте в виду, она берет за это. Такая бабулька-предпринимательница. Собаки, петухи. И радоваться жизни, потому что каждый день это праздник. Всем снова привет, это группа «Динамо». С вами Маша и Диана, и сегодня мы празднуем... Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря. Добавляйся в друзья, мы даже не знакомы. Просто жми на фоллоу-фоллоу. Примени в суперприем 84-летний Тара Бузики. Моя, мой. Теперь не вместе? Да. Никого нет рядом. Он исполнил танец в стиле Майкла Джексона. Всем привет! С вами проект «Борода», меня зовут Геворка, это шоу ЕБЭ, где мы проверяем москвичей и гостей столицы на знания школьной программы. В Южной Америке? Да, верно. В джунглях. В Африке. В воде. В воде, правильно. Тебя? На небе туч. С коллегами. Это наша основная задача. Ну, когда они встречают друг друга, мужчина радуется какое-то время. Кто сказал, что жена, пришедшая в жизнь мужа, что все эти вещи должен делать мужчина, если он не делает? Выберите себе человека, которого вы будете понимать, а не прощать. Вот вы знаете, я всегда мечтала вот так вот по подиуму, но не тут-то было. Пара-пара-пам. Связано с музыкой, я... Тебя обманули. Четко и четко. Как вы думаете, где мы находимся и почему? Пожалуйста, пару строчек из него. Зверский. А петь вообще противопоказано. It's possible. Не здесь. Почему они в таком виде? Пойдем узнаем. Вещи настоящие. Офигеть. Это тебе. Тихо, тихо. Оп! Эй, Ром! Я терпела их. Чени встают на защиту маленького городка, где орудует банда преступников, никогда не выдуствующих не только песнями из нового альбома, которым не просто пожалуются на своих бывших молодых людей. Самая ожидаемая киноновинка этой недели – Джек Ричард 2. На Пума появилась новая коллекция от Рианы. Юлианна Корабля в Москве пройдет большой фестиваль мультфильмов. Вышел классный боевик «Ауткаст». Немецкая игровая выставка, крупная в Европе. Более того, организ... главной темой Gamescom'а разработчик... Будем смотреть глюки Mirror's Edge 2 и... Жюри Gamescom был главный редактор навигатора игровой зоны, где каждый желающий мог лично опробовать... И ненавидят творчество фанатов, но есть и те, кто их всячески поддерживает. Чего тебе? А, Полина. Ну чего тебе еще? Я целый месяц копил эти деньги. Гони бабки, раз проспорил.
Можем рассказывать и о покемономании. Это может быть собака на скейтборде, которую научили кататься. Это могут быть техника за нитью, балансборд. Мы рассказываем о каких-то спортивных достижениях. Кошечек, просто милейшие какие-то видео, которые были у нас в процессе съемок и вставляют их перед тем, как начинается сама программа. Наталья, расскажите, как вы лечите через экраны телевизоров? Я доктор, у нас были специальные занятия, которые учили нас быстро-пребыстро делать так, чтобы для человека ветер поменялся за одну секунду. То есть нужно пойти в другую сторону. Поэтому мы разводим тучи руками, благодаря хорошей музыке, басням Крылова иногда, вытаскиваем из психологии все самые выжимки и даем их телезрителям. Получается очень неплохой формат. Да, видеоблогером быть тяжеловато, если честно. Это занимает очень много времени, это занимает очень много сил. И если вы решили стать видеоблогером, будьте к этому готовы. Говоря, вот я сторонник того, что да, у меня камера есть, у меня есть оборудование, куча всего, но бывают такие дни, как сегодня, когда единственный мой помощник — это мой телефон с фронтальной видеокамерой. Единственное, что я делаю, это оп, смотри, оп, и мы уже с тобой в кадре. Это значит, что это уже попадет в мою, можно сказать, авторскую рубрику. А что можете порекомендовать вы? Я могу порекомендовать все. Смотреть наш канал, потому что у нас все веселое, позитивное и создает хорошее настроение. У нас есть программа «Формула юмора», в которой мы в конце каждой программы выводим «Формулу юмора».